Всем привет! Вы на канале Заряжай, обзор энергетиков и напитков. И сегодня мы вместе с тайным сомелье пробуем энергетик X-Energy Ultra Energy. Если вы уже пробовали этот энергетик, обязательно делитесь своим мнением в комментариях к этому видео. Энергетик производится в России и поставляется в бутылке объемом 500 мл. Энергетический напиток обогащен кофеином в размере 16 мг на 100 мл и таурином в размере 20 мг на 100 мл. Энергетик был куплен без скидки за 39 рублей 99 копеек. Цена в регионах может отличаться. Энергетик прозрачный, желтого цвета. Запах не похож на обычные классические энергетики. Чем-то напоминает какой-то сладкий фрукт. Оценка строится из первичной пробы и общего итогового послевкусия. После первой пробы вкус непонятный, но также сладкий. Посмотрим, что скажет тайный сомелье. Слегка манго отдает. По вкусу, может, маракуйя больше ближе, да. Потому что кислинка слегка чем-то окунает в этот вкус маракуйи. Сразу скажу, что для дешевого это довольно необычный вкус в любом случае. Вкус ароматическая основа энергия, но это классическая обычная энергетическая. Ароматизатор, какой не написан. Но это не совсем гольная маракуйя, она кислая. А здесь прям, ну, сладенько. Возможно, это смесь манго и маракуйи все-таки. То есть кислинка какая-то маракуйская, да, чувствуется, но легкое присутствие манго тоже, возможно, есть. Но в любом случае все сосредоточено на каких-то околоэкзотических травянистости. Ну, довольно интересно. Вывод. Совсем немножко сушит и легкий налет, не критичный. Вкус довольно интересный, похож на смесь каких-то экзотических фруктов, возможно, трав. Довольно интересный энергетик, попробовать, думаю, стоит. После обсуждения энергетика с тайным сомелье мы поставили ему 6 баллов из 10. Оценка, которую мы поставили этому энергетику, будет добавлена в специальную онлайн-таблицу с рейтингом энергетиков. Ссылка на таблицу доступна в описании к этому видео. Зайди в табличку и узнай, какой из энергетиков самый вкусный. Также не забывайте подписываться на наш Discord-сервер, ссылку на который вы найдете в описании. Если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте пальцы вверх. Всем пока! Так будет с каждым.